Новым годом прошла информация, что бассейн будет закрыт. Поднялась в интернете молва о том, что он будет закрыт навсегда. Это совсем не так. Сегодня я лично приехал посмотреть, как обстоят дела в бассейне, какие планы у арендатора, что они будут делать в ближайшее время, потому что на самом деле бассейн уже долгое время эксплуатируется, он не был когда-то еще капитально отремонтирован. И сегодня на самом деле мы убедимся, наверное, вместе в том, что бассейну требуется немного технологический ремонт и косметический ремонт. После того, как арендаторы выполнят эти ремонтные работы, я думаю, это будут какие-то кратчайшие сроки, бассейн вновь вступит в работу и будет приносить пользу нашим детям и тем группам, которые здесь занимаются. Ну, хочу сказать, пользуясь случаем, как говорят, что у нас вовсю идет строительство нового большого бассейна, 50-метрового, это целый дворец. Поэтому, уважаемые кингисеппцы, наберемся терпения. Осталось немного. В 2019 году мы уже запустим новый бассейн. И там будут заниматься уже не десятки кингисеппцев, не сотни, как здесь, а тысячи кингисеппцев, как мы полагали, будут заниматься водным спортом. Чтобы арендатор спокойно выполнил вот этот ремонт косметический, технологический ремонт, в том числе оборудование требуется. И мы будем запускаться какие-то сроки, которые мы объявим после того, как арендатор полностью составит окончательную смету выполнения работы. Ну, сейчас бассейн пришел к тому, что техническим характеристикам здесь нужно делать ремонт. Дальнейшая эксплуатация небезопасна для детей, ну, для всех посетителей. В связи с этим мы посоветовались и вот решили сейчас собраться, посмотреть. Была экспертиза тоже признала бассейн аварийным.